покушался на одну и ту же машину. Да, я веду дела по угону машин. Поймали жулика, пытался угнать мою машину. Деточкин нарушал закон. Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец. Все-таки надо тебе дать коленом. Надо. Ой, когда все это кончится? Никогда. Советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами. Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек. Оставьте, ради бога. Оставьте, перерыв.